Куда мы идем? В лес. В лес, правильно. Паш, ты что молчишь? Мы спросим у дедушки, почему так много воды, родник наш затопило. Обалдеть, обычно вот здесь такой остров, и дальше только вода, вот где-то вот здесь, где кромка льда. Всем привет! Я показывала вам реку, и вот теперь я нашла какой-то сайт с гидрологическими какими-то данными по, ну, приблизительно в нашей местности, и вы видите, я без штатива. Короче, вот эта линия, это среднее значение за последний, это минимум, а это среднее значение за 23, что ли, последних года. И сейчас уровень превышен на, получается, 1.5 метра практически. Вот, если по какой-то счастливой случайности среди вас есть те, кто понимает, о чем речь, напишите мне, объясните, что это, потому что, ну, на самом деле, очень интересно, почему может подняться уровень воды посреди зимы. И я не нашла ни одной ни статьи, ни какой-то публикации о том, чтобы какая-то плотина прорвалась или какой-то сброс воды или что-то. Я не знаю даже, как это все называется правильно. В общем, мне очень интересно, почему вот это все произошло. То есть, вот, я так понимаю, нормальный, вот максимальный уровень, вот эта линия, вот это средний, это минимальный. И вот должно вернуться к максимальному вот такому. А сейчас вот аж насколько превышено. И как раз, когда мы были у реки, вот 6 числа... Да, получается, 6 числа, максимально был 4, а мы были 6 или 5, что ли, уже не помню. В общем, вот, буду ждать сообщения от вас, потому что я ничего не поняла, что это такое, с чем это может быть связано. Но мне очень-очень интересно. Вот, ладно, давайте возвращаться к вязанию. Всем привет! Включение, наконец-то, о вязании. В общем, праздники закончились, но у меня желание блестеть не пропало. В общем, я связала такие носочки. Здесь
три вида пряжи, четыре даже. В общем, три разновидности, скажем так. Тоненькая черная пряжа бобинная с люрексом. Я вам, наверное, позже скажу характеристики. Сейчас у меня нет самих моточков, потому что эти носки я довязала и хочу отправить в стирку вместе с другими вязаными носками. Вот, и сейчас вам быстренько расскажу. Значит, черная супервош с люрексом, потом темно-синяя супервош, артисан с люрексом, черная, по-моему, тоже артисан. Потом газал Happy Fit. Идет секция. Тут, кстати, я отматывала немножко, там у меня здесь, в общем, конец зеленый, начало вот этого фиолетовой, и потом здесь тот оставленный моточек. Не так. В общем, зеленую часть я отмотала и начала с конца зеленой, начало фиолетового. Провязала фиолетовую, у меня началась зеленая, и я взяла тот оставшийся кончик и зеленые, короче, тут две секции зеленых. Дальше опять фиолетовая, тут два ряда, если можно так выразиться, хеликсом. Вот. И дальше пятка темно-синяя, супервош артисан, потом черная, темно-синяя, опять все. В газал Happy Fit я нить с люрексом не добавляла. Получились вот такие вот носочки. Кстати, не запланировано, как раз получилось так, как я хотела, что начиналось от черного и заканчивалось черным. И это типа как северное сияние. Да, похоже. Звездочки блестящие на небе. Не знаю, как показать вам. Вот. Вот так вот. В общем, сейчас это все отправляется в стирку. И потом я вам покажу, что я еще... Короче, мне вот так понравилось вот это вот все действие, что я начала еще одни носки из этой же пряжи. Но там, правда, без черной и просто хеликсом. Супервош темно-синяя с артисаном... Ой, с газал Happy Fit. Вот. Пошла стирать.